Здравствуйте, зрители и подписчики, и с вами Белый Король, Белый, Король, потому что Король. Я так понимаю, некоторым индивидуумам понравилось все-таки Ральф и Венелоп, а я решил продвинуть немножко дальше эту тему и показать вам вот такую вот любопытную игрушку с травмой Венелопы. Сам разработчик пишет: в этой игре вы сможете стать виртуальным врачом для Венелопы. Девочка упала на качелях, где решила отдохнуть после ралли. Начинайте лечение героини с осмотра раны, удалив микробы, затем понадобится бинты для повязок. Знаете, мне это напоминает, когда Михаэль Шумахер, грубо говоря, на гонках летает по 300 км в час, но тут и падает на горнолыжке, то есть на курорте, и падает в кому. Тут, слава богу, менее драматично, но тем более нужно помочь. Ладно, поехали. Итак, что тут у нас? У нас тут, да, шикарно просто. Я бы подумал, ты же можешь так на гонку. Ну да, Венелопа, терпи. Вот вытираем. Вот гладь вытираем. Так, и пока мы нашу дорогую Венелопу протираем, могу сказать то, что у меня есть мысль, как бы записать картинг. Но картинг выйдет, и это будет картинг GTA и картинг картинг Pro. Как бы тему картинга немножко также будем продвигать. Отлично. Теперь нам надо ее послушать. Ну, мы выполняем стандартную процедуру, то что тут ничего страшного, мы помогаем. А для чего нужно слушать честно? Ну, для того, чтобы понимать, что нету инфаркта и прочей ерунды. Потому что страх, как я понял, очень влияет на жизнедеятельность. Так, теперь начинается самое веселое. Вытирание за нас, как это называют. Да-да-да, терпи, моя радость. Терпи. Ну, в одежде это бикини, то что я думаю, YouTube тут не сильно будет возражать. Это просто, блин, девочка в бикини, все нормально. На кушетке надо досмотрим. Так, теперь. Теперь обработать раны, да, я понимаю. Самая жизнь, когда спиртом обрабатывают. По себе знаю. Но теперь бывает разным, бывает метилы, бывает этилы. Это уж, ребята, кто постарше, не перепутайте. Иначе бывает
Печальные последствия. Так, еще одна рана. Ну, для наружного применения сойдет любой из перечисленных. Так, вот на животе. Потерпи, родная, потерпи. Ну, родная, потому что там очень деликатная зона, особенно живот всегда проблематично, это вам любой медик скажет. Теперь просто, так понимаю, антисептиком. Вы знаете, обеззараживание. То есть двойное обеззараживание получается спиртом и мазью, чтобы это не затянулось. Дальше вот так вот. Ну, обрабатываем ноги, обрабатываю. Ножки не обрабатываем, так что все нормально. Кому понравится и кто захочет вот так вот. И кому, в принципе, нравится вот ухаживать, заботиться, вот это как раз игра для них. Да, конечно, вот самое приятное. Не, ну когда мазью, там более приятно, чем спиртом, вот что я имел в виду. Так что не думайте ничего такого. И тут начинается самое веселое. Ну, конечно, зеленый. Вы когда будете играть, вы можете креативить, выбирать там разные цвета. И теперь сейчас будет самое веселое. Как я говорю. Как я говорю, всегда мини-эпиляция. Нет? Ну, ладно. Просто какую-то игрушку я видел, прямо этот пластырь отрывается с диким. Ну, теперь уж обезболивающее. Из каких качелей она упала? Из космических, что ли? Да хотели. Молодежь, не видишь, и в кино бьет. Так, ну что теперь? Ага. Ну теперь. Живота, ну это подключивает, но это же именно по фангекс, это будет подключить. Ну вот такая наша принцесса, ну для меня она королева. Ну ладно, вот так.